Дорогие земляки, искренне поздравляю вас с Новым годом. Позади 2019 год. Он был насыщен яркими событиями. Мы приступили к реализации национальных проектов. Разработали комплексную программу развития Дальневосточного федерального округа. Определили перспективы нашей Магаданской области. Отметили 25-летие законодательного собрания, юбилей Магадана и других городских округов. Вместе мы многое сделали. Благодарен каждому за труд и вклад в социально-экономическое развитие территории. Впереди особый 2020 год, год памяти и славы, посвященный 75-летию победы в Великой Отечественной войне. От нас с вами зависит душевное тепло и благодарность ветеранам за мир, счастье и нашу свободную жизнь. Важно, чтобы наша молодежь помнила уроки истории. У новогодней елки я загадал желание, чтобы золотая Колыма развивалась, улучшалась жизнь, суровую Карлымскую землю и дальше согревала тепло наших сердец. Пусть в каждой семье царят любовь, согласие и взаимопонимание. Счастья вам, земляки, исполнение заветных желаний. Уважаемые жители и гости Магаданской области, уважаемые сотрудники спасательного ведомства, желаю, чтобы в новом году вас проходили мимо чрезвычайной ситуации. Благополучия вам и вашим семьям, чтобы мир, здоровье и благополучие не покидали вас никогда. Работники скорой помощи поздравляют всех магаданцев и жителей Колымы с приближающимся Новым годом. Мы желаем им счастья, здоровья, чтобы им не было нужды обращаться к услугам скорой медицинской помощи, чтобы в доме были все здоровы, счастливы, чтобы был мир, покой и благополучие. С Новым годом! Новый год – праздник, который всегда с нами. В детстве, в юности, в зрелые годы. Новый год – праздник, когда мы итожим пройденное, мечтаем о будущем. Я хочу напомнить, что каждый из нас сам себе волшебник. Не загадывайте несбыточных желаний. Ставьте перед собой новые задачи, новые цели. Я буду читать новые книги, я изучу новые языки, я найду новых друзей, построю новые отношения в семье и, в конце концов, перестану относиться плохо к своему здоровью. И вы увидите, мир распахнется перед вами, добро придет в ваш дом. Все сбудется. И особые пожелания для ветеранов, для детей военного времени, для послевоенного поколения. Я желаю всем вам в добром здравии встретить великую годовщину нашей великой победы в Великой Отечественной войне. Счастья! С Новым годом, магаданцы! Дорогие друзья, от всей души поздравляю вас с новым 2020 годом и Рождеством. Желаю счастья, света, добра, тепла, любви и радости вам и вашим близким. Будьте счастливы в новом году! Со звонким скрипом снега, свежими ароматами мандаринов и хвои к нам приближаются нами самые любимые зимние праздники. И хотя сценарий проведения всех мероприятий детально известен всем от детей до самых взрослых людей, мы традиционно украшаем свои дома, мы готовимся к празднику, мы готовим подарки своим близким, накрываем праздничный стол, надеваем самые лучшие вечерние наряды, зажигаем свечи. И в этот момент даже самый-самый неисправимый скептик вдруг начинает верить в волшебство. Я сегодня поздравляю своих любимых коллег, уважаемых пенсионеров и всех жителей нашей Магаданской области с наступающим 2020 годом и, конечно, с Рождеством. И очень-очень хочу пожелать всем нам, чтобы новый 2020 год обязательно сотворил чудо, чтобы он стал мирным и добрым для всех жителей Земли, чтобы он стал очень-очень успешным для каждого человека, чтобы он подарил нам ощущение
крыльев за спиной, чтобы мы смогли преодолеть все самые трудные задачи, которые у нас, может быть, остались неисполненными. И чтобы в каждом доме каждый человек имел право на самую высокую мечту, чтобы она у него была. Я желаю крепкого здоровья и самого обычного, нормального, простого человеческого счастья. Детско-юношеский центр безопасности дорожного движения ГБОУДО Магаданский региональный центр развития дополнительного образования поздравляет всех жителей Магаданской области с наступающим Новым годом. Желаем безопасных дорог, хорошего настроения и соблюдения правил дорожного движения. Дорогие колымчане, магаданцы, уважаемые коллеги, преподаватели общеобразовательных организаций нашего университета, студенты, школьники, разрешите всех вас поздравить с наступающим 2020 годом, пожелать, чтобы в новом году пусть самые маленькие желания но исполнится, а большие исполнятся обязательно, чтобы следующий год для вас всех был лучше предыдущего. С праздником!